Вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчатка. І тебе вітаю, ненька Україна. Сьогодні у нас день захисників. Так що, мої ріднесенькі, вітаю вас, вітаю і ще раз вітаю. Мої дівчатка, мої хлопці, ті, що бережуть нашу неньку Україну. Велика вам подяка, рідненькі, велика вам подяка. Щас. У нас п'ятниця сьогодні. Сходила я за продуктами. Сейчас вам все розкажу і покажу. Я вже вихожу на свій балкон. У нас сьогодні дощ. Дощ. Видите? Вот, покажу вам. Отак от я зробила себе. Отак себе зробила. Видите? Вот эти два кресла винесла сюди. Вот этот кусочек коврика, я же его разрезала, здесь только половинка коврика. Я хотела еще и тут постелить, как раз бы он сюда влез. А потом думаю, да зачем, мне хватит вот этого. Вот. А когда этот запачкается, я его выкину, положу тот, вот и все. А это такой сделала себе столик, так сказать. Это коробка там, видите, такая коробка, в которой у меня стоят моющие. Порошки, ополаскиватели для мытья полов, для мытья окон. Ну, в общем, всякая химия у меня там стоит. Вот. А сверху я положила такой разносик и закрыла такой салфеткой. Сейчас, конечно, холодно там сидеть, кофе пить. А вот когда будет тепло, очень даже неплохо будет посидеть и попить кофеёк. Вот так вот. Что-то там... Мурашка какая-то черненькая была на стене. Вот. Ну и, конечно, что не обойтись без хозяйственного уголка, да? Полы уже не прилипают, хорошо так ходить. Это мой хозяйственный уголок. Ну куда от него деться? Сушилка надо, лестница надо. Это самая тряпочка, которая здесь полы мыть, тоже надо. Там он щетка. Это вот... Если мне что-то в андресольке достать, я подставляю. А там под низом еще ведро, в котором, это, хотела сказать, мука. Земля для цветов. Для цветов земля. Мы же покупаем землю, поэтому там полпакета земли еще. Ну, вот такие вот полы. Видите? Вот такие полы. Ну, так я тут поубирала. С этого надо, конечно, будет более тщательно вот эти капочки поубирать. Там они вон поприлипали. Ну, ничего страшного. Они раз-два помоешь. Зато, ой, как хорошо мыть полы. Так хорошо полы мыть. Гладенькие такие. Ну, просто прелесть. Просто прелесть. Ну, в общем, вот такой мой уголок для отдыха летний. Ничего больше не хочу туда ставить. Можно было еще туда что-нибудь. Ну, налито. Может быть, цветы там на весну вынести, поставить. Вот. А сейчас нет, цветам холодно сейчас. Сейчас не годится. Так, показываю, что сегодня дали мне. Вот. Так, подождите, еще одну вещь. Тут сейчас вас немножко поставлю. И еще одну вещь достану. О! Вот это одну вещь достала. Вот так теперь беру вас и показываю. Надо свет включить, да? Вот так. Вот это две такие булочки вкусненькие. Вот это клубники по 250 грамм. Я открыла, потому что они сами открылись, так я крышки выбросила. Сейчас их перемою все. Это редисочка, это еще клубника, это малинка. Я вам рассказывала, вот это вот такой значок, с таким значок, это денежки идут на борьбу с раком груди. Это виноградик, вот, без семечек написано, виноградик. Один синенький, два яблочка, одна грушка, одна сливка, такие штучки и две шоколадки. Фазер очень вкусный, люблю. Эту не очень люблю, это тоже фазер, но она, видите, с лакрицей. Вот. Вот, такие шоколадки. Дальше рахка. Это творожок, это капусточка кислая, она вот видите до какого, до 1.11. Вот.
Это до 22.10. Чипсы, ну я так думаю, это кукурузные. Видите, чипсы кукурузные. Вот 05.11.22. Это какой-то соус. Какой-то соус. Ну, я думаю, что он очень острый, потому что, видите, такие вот язычки пламени красные. Ну, посмотрим. Это тоже какой-то голландский соус. Тут лимон, яйцо, наверное. Ну, не знаю, такой вот светленький соус. Это взяла из овсянки мягенькие такие хлебушки. Это фарш. Это сосиски, они замороженные. Сейчас их надо бросать бегом в морозилку, чтобы они не размерзлись. А это такие котлетки сделаю себе. Котлетки. Это котлетки у нас кала касвис пихви. Это значит рыба и овощи. Такие вот котлетки пожарить их. А не буду жарить, я их положу в лоточек и в духовку. Компот себе варила. И это, видите? Поставлю вам, чтобы вы видели, какое большое ведерище. Вот. Оно у нас до 21.10.22 года. А сколько здесь килограмм? Я его открыла. Я сейчас расскажу, почему я его открыла. 5 килограмм. 5 килограмм. Вчера я была в этом самом. Здесь у нас, где поликлиника. Вчера я была там. Службу послушала и дали. Все, что мне дали, я все отдала. Взяла только вот это вот ведро. Почему взяла? Потому что я себе отсыплю, а остальное тоже отдам тем же людям. Вот, они тут в моем районе живут. Это наши девочки с Украины. Вот, потому что они сказали, можно было, чтобы они забрали. Мы машина ехали, а они сказали, у нас посуды нету. Я говорю, хорошо, я себе отсыплю. Ну, сколько? Ну, килограмм. А 4 килограмма отдам им. У них семья большая. Пусть там делают запеканки, пусть делают, что там они будут еще делать. Вареники ленивые я как-то делала. Тоже неплохо получается. Запеканку можно, ленивые вареники. А я хочу сделать это самое. Вот килограмм. С полкилограмма сделаю запеканку, а полкилограмма сделаю себе творожную массу. Вот. Добавлю изюм. У меня есть изюм. Добавлю, у меня вот это курага есть. Вот. Видите, такая вот курага у меня есть. Изюмчик есть. Орехи можно, но орехи нет, орехи нет. Орехи же, они же, надо же все же перебивать на миксере. Вот, вот курагу добавлю, изюмчик, сахар, потому что я утром я попробовала этот творог. Он абсолютно не сладкий. Я открывала его уже. Не сладкий он. Завтрака. Ну, я тоже добавила сахарка, добавила изюма, то было вкусно. Ну, чтобы вот это не колотиться там самой, не добавлять, я сейчас достану миксер. У меня же есть большущий миксер. Видите, этот вот. А чашка там с него наверху. И все туда, так сказать, положу, закондубасю и перекручу. И будет цирковая масса. Вот это то, что дали сегодня, видите. Я думаю, непогано дали, да, фрукты много дали. Вот. Я не стала брать, там помидорки были, картошка была. Не стала брать, потому что у меня это есть. Вот. Капуста. Вот. Хорошая капуста. Это я уже пообедала, поэтому у меня посуда. Мне надо будет уходить. Вот. Поэтому я быстро пообедала. И сейчас вам сниму и пойду по своим делам. Сейчас вам покажу, как же теперь у меня. Тут же я, вот тут стульчик стоял, да? Я ж стульчик этот убрала, теперь его нету. Тут мои ребятушки маленькие сидят. Вот два мишутки и этот самый лягушоночек. Вот. Ну, тут так как было, так и есть. Так как было, так и есть. И в этой комнате ж покажу вам. Тоже ж я убрала. Вот тут это кресло осталось. Отсюда же я убрала. Поставила вот это вот сюда этот подсвечник. Ну, вот это так у меня там на балконе, видите. Ну, неплохо, да? Я считаю, что неплохо, хорошо.
Сейчас покажу, что купила. Сейчас я включу. Вчера купила. Видите, два таких пледа. Два таких пледа. Вот. Это магазин Юск. Магазин Юск. Вот, видите. Магазин Юск. Ой. Ну-ка, давай. Что ты так меня? Вот, видите, по 5 евро. 10 евро за два пледа. Русские написано, ну, коричневые. 140 на 2 размер. Большие. А стоили они 17,99. Видите, 12,99 скидка. Вот. Ну, то есть 18 стоили, 13 скидка по 5 евро. Хорошие такие пледы. Вот. И тут зятю купила эти самые шорты. Шорты купила зятику. Зятику своему. Хорошие такие. Шорты ХБшка. Обычные шорты. Он как раз это его размер. Вот. Вот такие шорты. Я думаю, ему понравится. Вот. И еще вчера посылку получила. Сейчас вам покажу. Посылочку с Ивраше получила. Значит, что в этой посылочке было? Вот в этой посылочке она большая ж. Вот такая коробочка маленькая, видите? Это, наверное, уже рождественская серия, я так думаю. Видите, рождественская, да, серия. Ну, вот. Значит, тут что? Что тут у нас? Вот. Так, подождите, не подготовилась. Так, крепко тут засунуто. Видите, все. Ну, короче, вот это вот крем такой. Вот. Потом крем такой. 30 миллилитров. А этого сколько? А этого сколько? Не бачу, наверное. Франция. Все это Франция. Крем. Вот. Это для геля. Душ, для геля. Гель для душа. Вот это маленькая такая. А это для губок. Для губок. Вот. Ну, в общем, вот это такая штучка. Такая штучка. Вот. И вот такая вот штучка. Это для тела с миндалем. Для тела с миндалем. Это мой крем был, не смотрите. Это для тела с миндалем. Вот. Видите, Ивраше. И вот этот маленький подарочек был. Ну, это все. Сейчас я вам покажу. Это все стоило всего лишь 9,90. Видите, там, где выделено лопу сумма 9,90. Вот она сверху, 9,90. Это за 9,90 было вот это вот. Вот это вот. А вот так, 9,90. Вот это науте. А вот это подарок. Ну, в общем, как-то так. Вот такая коробка из Ивраше, видите? Из Ивраше коробка. Вот. Ну что, матрёшки? Что вам сказать? Вчера был Совет Европы, в котором было 20 стран, и все 20 проголосовали единогласно о том, что российский режим признать террористическим и создать международный трибунал для покарания Российской Федерации за агрессии в Украине. Довыебывалися, матрешки, довыебывалися. Вот так.
Так что теперь Путин не рукопожатный. Теперь только 4 страны ему подают руку. Ну, це ж и дураку известно. Лукашенко, страна дружная к Путлеру. Эрдоган, человек восточный, очень продуманный, очень продвинутый. Он никогда не будет делать себе во вред. Значит, он имеет какую-то выгоду с того, что он общается с Путлером. И еще Иран, и еще Афганистан. То есть Афган – это страна террористов, теперь Ирашка – страна террористов, и Иран, который продавал эти камикадзе, как они там называются, дроны-камикадзе, дроны-шахиды. Ото так. Так що, довийобувалися, догралися, тепер ви нахер нікому не надо. Ну і сидіть собі там, в своїй рашки, підарашки. Нам очень даже хорошо, що ви там сидите і замечательно слушаєте друг друга. И вашего Соловья и Скобеева. Вот. Угу. А вчера рашисты выпустили с Курска по территории Украины, это значит по Харьковской области, ракеты. А ракета сработала и вернулась обратно. Вот невдачка, да? И в дом попала. Вот. Ощутили на себе, твари? Ощутили? И это только начало. Будете ощущать это постоянно. Постоянно. Оружие дали нам новое, хорошее. Я не буду казать, яке, но дуже хорошее оружие. Вот так вот. Еще хотела вам показать. У меня плащ появился новый. Дождевой плащ новый. Видите, какой замечательный дождевой плащ. Он даже под поясом, пояс лежит. Но я пояс не одевала сегодня, так в нем шла. И сапожки у меня появились. Вот откуда? Это не ваше дело, матрюшка. Есть добрые люди, которые мне помогают. Вот так вот. Это там мои шлепки, которых я обуваю, когда хожу на стирку. Вот. Тут все матрюшки как-то спрашивали, чьи у меня стиралка. Е, матрюшки, не буду показывать в ванной. Не хочу. Хоть у меня там всегда чистота и порядок, но не хочу. Ну, еще раз вам покажу. Вот тут посмотрите. Вот это такие продукточки. Вот это такие фрукточки. Очень довольна и хорошо все. И замечательно. На этом пока-пока. До новых встреч. Хорошие девочки и мальчики. Дякую, моя рідна ненька Україна, за тих хлопців і дівчат, які нас захищають. Пока!